Золтан, что произошло в мое отсутствие? Вот-вот начнется веселье. Пастух Хенсельт лично поведет на нас всю свою скотину. Не шуми, с ним мы разберемся. Это все? А, и это, у нас незваные гости. Кто? Два тролля. Один, наверное, она. Страшная, как говно из-под снега, но с сиськами. Надо было видеть рожи наших, когда эти шкафы вылезли на площадь. Они сказали, с чего вдруг решили нам помогать? Возьмак добрый. Враг Возьмака, враг тролля. Мне довелось с ними пообщаться. Их помощь нам не помешает. В конце концов, мы же хотим создать страну без предрассудков. Как разошлась весть, что Хенсельт сам будет командовать наступлением, у наших настроение упало ниже некуда. Скажи им, Золтан, что если они перестанут верить в победу, пускай сразу вывешивают белый флаг. Да я говорил. Но у них все одно, духу не хватает. Собирай защитников, Золтан. Что, притихли? Я-то думала, вы будете радоваться. Сам король Хенсельт почтит нас своим присутствием. Мы все помрем. Не отобьемся! Хенсельта нам не победить! Мы будем драться не с челядью, а с самим королем. И сам король склонится перед нами. А что для солдата прекраснее, чем победа над монархом? А может, вы боитесь? Может, хотите вывесить белый флаг? Дело-то не хитрое. Хенсельт быстро наведет здесь свои порядки. Трактиры станут только для людей. Краснолюды будут в шахтах выхаркивать свои легкие, а эльфы исчезнут в лесах. Помещики будут сечь крестьян за то, что плохо кланяются. Такую страну вы хотите оставить своим детям? Нет, никогда. Вы боитесь, что Хенсельт идет? Да кто он такой? Бог? Нет, у него есть руки, ноги и кровь. Красная, как у всех нас. И если он осмелится подойти под наши стены, мы пустим ему эту кровь. Да! На Хенсельта! Слава Саски! Многие из нас не увидят зари, не вернутся к своим женщинам, не выпьют с друзьями. Но мы не забудем об их могилах, когда они лягут в землю. В Эйдирнскую землю. А те, кто выживут, будут жить с поднятой головой. Только в такой жизни есть смысл. А теперь к оружию и на стены! Покажем Хенсельту, что такое настоящая война!
Йорвит, вот что значит вовремя. Надо признать, белки умеют эффектно появляться. Еще не все потеряно. Надо отрезать Хенсельту путь к отступлению. Ты о чем? Хенсельт и не думает отступать. Скоро надумает. Отправляйся к Йорвиту. Закройте с ним главные ворота. Ярпин говорит, что Детмальд повредил их чарами. Ярпин хрен чего понимает в воротах. Прикрой мне задницу, и я их запру. Краснолюд, от этого зависит судьба битвы. Нет, урвать их мать таких ворот, с какими Золтан Хивай не справится. Ну нету! Йорвит, нам надо добраться до главных ворот. Быстро! Признайся, ты думал, что я не вернусь, Гвинблейд? Ты чертовски любезен, что вернулся. Мы должны отрезать Хенсельту путь к отступлению. А потом заставить его отступить. Хватит копаться! Воротам! Теперь они отрезаны. Мы перестреляем их, как куток. Или они сдадутся. Государь, какие будут приказания? Мы сдаемся. Битва окончена, король. Ты победила, а победители диктуют условия. Мои требования тебе известны. Ты отступишь из Аэдирна, подпишешь акт о безоговорочной капитуляции, в котором поклянешься, что твои войска больше не перейдут Понтера. Это все? Ты выплатишь контрибуцию и признаешь независимое государство Верхний Аэдирн, во главе которого стоит Саския из Вергена. А я и мои люди. На что я могу рассчитывать? На свободу. Это немало. Посмотри, сколько моих людей погибло при обороне. Сколько ты хочешь? Размер контрибуции мы детально обсудим в Лок-Муине, при уважаемых свидетелях. Саския не упомянула еще об одном вопросе. Я слушаю. С тех пор, как стоит этот мир, войны были, есть и будут. Одни побеждают, другие проигрывают. Но военные конфликты должны вестись по принципам и законам рыцарства. Куда ты клонишь, чародейка? Военные преступники, в том числе Детмальд, должны быть наказаны. Мне нужен советник. Военные преступники должны быть наказаны. У тебя будет новый советник. Ее зовут Шаала де Тансервиль. Эта ведьма что, спятила? Это необходимые условия. Детмальд виновен в преступлении и должен быть наказан. Пусть будет так. Приведите приговор в исполнение.
Я не позволю пинать меня, как собаку. Смотрите, как умирает настоящий чародей, тупые соки! Дашь клятву и уйдешь с миром. А кто тут с кем ведет переговоры? Я и Филиппа Эйльхард говорим одним голосом. Осторожней с чародейками. Они частенько забывают свое место. Филиппа – мой советник. Мы ждем твоего решения, король. Я, король Хенсельд, владыка Каэдвена, в присутствии свидетелей клянусь, что отступлю от границ Аэдирна и признаю государство в долине Понтара под властью Саскии и Звергена. И клянусь выплатить контрибуцию, размер которой будет определен на переговорах в Локмуинне. Ты свободен. Проводите короля. Нас уже ждут, Саския. Да. Не нравится мне это. Что? Саския. Я ее хорошо знаю. Она никогда такой не была. У нее взгляд, как после Физштиха. Уверяю тебя, она к нему не притронется. Идем за ними. Пропали. Это телепорт. Обыщем дом Филиппы. Она спешила, может, забыла что-нибудь. Посмотрим. У меня только бабские безделушки. Йорвет, сюда. У меня кое-что есть. Что это? Книга эликсиров. Сейчас не до книжек. Чародейки строго охраняют секреты подобных книг. Видно, не слишком строго, если она ее оставила. Она спешила. Эта книга может иметь отношение к дракону-убийце? В этих краях есть масса вещей, которые имеют отношение к дракону Саскии. Откуда ты знаешь? Она сама мне сказала. Тогда держи язык за зубами, потому что если... Я знаю, что случится, если об этом узнают, Йорвет. Я нашел описание Таумадора. Нам оно ни к чему. Филиппа уже рассказала, как делают маченик. Рядом с описанием яда обычно дается рецепт противоядия. Я и так помню ингредиенты. Королевская кровь, бессмертник, драконий сон и лепестки розы памяти. В этой книге о розе памяти ничего не сказано. Она говорила, что роза памяти в сочетании с бессмертником исцеляет разум. А если она лгала? Может, не лечит, а изменяет сознание? Филиппа передала ей цветок через поцелуй. Символ любви и утраты. К чему ты клонишь? Я думаю, что Филиппа подчинила себе разум Саскии, добавив розу к противоядию. Убью, суку. У Филиппы есть магия и ручной дракон. Теперь ей есть что сказать на переговорах. Чего она добивается? Это мы узнаем только в Локмуине. Значит, отправляемся, Гвинблейд.
Геральт, Саския пропала. Люди начинают беспокоиться. Краснолюды тоже. Похоже, что Филиппа наложила чары на Саскию. Ты так не шути. Я знал, что здесь что-то не так. Я чувствовал. Она велела казнить Детмальда без суда, просто так. Едва Филиппа пальчиком повела. Этот сукин сын заслужил свое. Если бы Золтан огласил приговор, я бы не удивился. Такое уж он мстительное хамло. Но чтобы Саския... А где она сейчас? Филиппа забрала ее в Локмуине. Я отправлюсь вместе с Йорветом за Саскией. Судя по всему, убийцы Фольтеста тоже будут в Локмуине. Некоторые все еще говорят, что это ты его убил. Я хочу покончить с этими разговорами, поэтому у меня выбора нет. А у вас есть. В Локмуине соберутся все сливки Севера. Мое отсутствие станет преступлением против искусства. Искусство совать нос в чужие дела. Вы будете нужны здесь. Пока Саския не вернется, нужно будет удержать всех вместе. Победа над Хенсельтом — это важный шаг, но впереди еще долгий путь. Думаю, что мой гимн может прижиться. Вергину понадобится больше песен. Я надеюсь, что наши дороги еще пересекутся, Геральт из Ривии. Можешь не сомневаться. Ведь у нас еще остались неоконченные дела. А, ну да. Отправляемся, Гвинблейд. Шиала де Тансервиль. С самого начала я был уверен, что она скрывает страшную тайну. Понятно, что после упразднения Совета и Капитула чародеи потеряли всякий страх, но убийство короля... Зачем все это? Что происходит? Похоже, ответы на все эти вопросы скрывались в Локмуине, древнем городе Вранов, цивилизации, сгинувшей во мраке истории давным-давно. Вы верно спросите, отчего ты сам не отправился в Локмуини, мастер Лютик? Верген был свободен. Но слишком легко свобода ускользает из рук, если в народе не находятся те, кто сможет указать верный путь. Посему я остался в долине Понтера, ибо таково мое предназначение — стоять на страже молодой свободы. Кто знает, может, из меня выйдет пророк? Все же, не слагая с себя ответственность за судьбы Севера, я отправил в Локмуини своего верного друга, Геральта из Ривии. Я уже упоминал, сколь брезгует он политикой. Наконец-то он мог сполна выразить свое презрение. Эвен Газайн. Асирая варана гыд. Ми вэль тохтайн гейх вайн. Ми вэль тров гейтайн билайн грайк. Висэйн дэйн айб кейсарэйт. Нэйтайн вэрбтэйн гейтайн крэса. Знаешь, что это? Знаю. Кто это? Трис Мюригольд, до недавнего времени советница короля Фольтеста. Артефактная компрессия. Сложное заклинание. Она жива? Жизненные функции замедлены, но это поправимо. Это очень трудно. Ты справилась с порталом между Локмуина и Нильфгардом. Справишься и с этой фигуркой. Отойдите. Я не знаю, как ее тело перенесет декомпрессию. Никаких пентаграмм, свечей, крови невинных младенцев? Сразу видно, что ты ничего не смыслишь в магии, посол. Но это не страшно. Она нужна нам живой, Асирая. Поэтому убедись, что ее тело хорошо перенесет декомпрессию. Я сделаю все, что в моих силах. Но чтобы прийти в себя, ей наверняка потребуется некоторое время.
Как тебя зовут? Как твое имя? Рис. Риси Гейтал Гейдин. Риси Эспайт Айпховрай Дайртох Айрт Нордлинг Дайриен. Веген Хавианеан Сайп Цорайн. Мапевтайн Альвер Дайк. Мэри Гольд. Вас зовут Трис Мэри Гольд. Знакомая долина. Эта дорожка ведет к воротам города. Мы уже близко. Вот холера! Тут везде следы гарпи. Когда ты был тут? По вашим меркам давно. Каем, не будем терять времени. Эти горы видели упадок двух цивилизаций. Сначала враны, потом мы.
И, может быть, увидят падение третьей. Это эльфы уничтожили вранов? Нет, их убили климат и болезни. Когда-то в Вилене в горах росли цветы, а истоки Понтера не замерзали круглый год. Рыцари Пылающей Розы на мирных переговорах. Интересно, кого они представляют? Того, кто им заплатил. Они разбили лагерь за пределами города. Значит, они здесь неофициально. Приехали на рыбалку? Может, они не хотят привлекать лишнее внимание? Эйльхард держит дракона за пазухой. Король Родовид призвал рыцарей Ордена. Добавь к этому еще Шиалу и Хенсельта. Интересные получаются мирные переговоры. Кто их мог пригласить? Родовид. Теперь Орденская Падаль начнет разжигать костры под Риданским флагом. Особенно им нравится жечь чародеек. По крайней мере, так говорят. Родовид видел, что Орден сделал с Вазимой. Он видел помешательство прежнего великого магистра. У короля должен быть очень веский повод, чтобы призвать их к себе. Все ясно. Ему потребовался кнут против Филиппы Эйльхард. Не нужно, чтобы они тебя видели. Знаю. Для них хороший эльф – мертвый эльф. Нет, не поэтому. Потому что ты Йорвит. Я попробую пробраться в город через пещеры. И тебе тоже советую. Рыцари Ордена наверняка знают, что я в розыске. Ты знаешь другой путь? Здесь неподалеку есть пещера. В Лок-Муине ведет много дорог. Если Родовид взял сюда рыцарей Ордена, остальные, должно быть, тоже приехали при охране. В городе наверняка полно солдат. Все сидят вооруженные до зубов, словно на бочке с маслом, и ждут, с какой стороны проскочит искра. Но это дает нам шанс. Если правители наглухо закрылись в лагерях, то передвигаться по городу между ними можно сравнительно безопасно. Пойдем, пока нас не заметили. Медальон о чем-то предупреждает.
Хорошо, что ты здесь. Смотри, кого я нашел. Держись от него подальше. Ты уже забыл, что такая же тварь жила у моей пещеры? По ту сторону города есть поросшая лесом долина. Когда-то в ней было полно зверя, а теперь она мертва. Через нее в город приехали королевские посольства. Знаю. Поэтому мы ее и обошли. Так что убило вранов? Шли годы, климат менялся, становилось холоднее, и еды у вранов оставалось все меньше. Их охотники начали спускаться в долину, где уже появились первые люди, а вместе с ними дизентерия, тиф, воспаление легких. Враны начали болеть. Они пытались спастись разными способами. Построили акведук и систему канализации, вроде эльфских, но становилось все холоднее. И большую часть года каналы были во льду. Когда пришли эльфы, город был уже мертв. А Айн-Сейдхе отстроили его, вернули этому месту прежнюю красоту. А через много лет пришли люди. Маршал Раупиннек доказал, что его армия смертоноснее любой болезни. Он напал ночью и перебил всех жителей города. Большинство семей погибли в своих домах. Пожары продолжались несколько дней. Огонь дракона может превратить город в пылающий склеп гораздо быстрее, чем поджигатели Раупиннека. Филиппа получила власть над Саскией и теперь пойдет на все. Мы должны спешить. Вот мы и в Локмуине. Это какие-то предместья.
Думаю, нам нужны центральные кварталы. Идем. Филиппу скрутили в последний момент. Она едва заклинание не произнесла. Гниет теперь в риданском подземелье в особых кандалах. Родовид прав, что не цацкается с ведьмами. Интересно, что с ней сделают. Или палачу отдадут, или скормят чудищем. Говорят, тут в подземельях полно всякой гадости. Не знаю, за что ее там заперли, но у всех чародеек совесть нечиста. Истинная правда. Никто по ней плакать не будет. Подземелье – самое подходящее место для Филиппы Эйльхард. Лучше была бы только виселица. Если ее убьют, об исцелении Саски ты можешь забыть. Думаю, ее охраняют, как спальню императора. Мы туда не проберемся. К императору в постель мне не к спеху. А вот в подземелье войти придется. Попробуй попасть в канализацию. А я тем временем найду дом Эйльхард. Если она не ожидала ареста, там могло остаться много интересного.
Можно быстро попасть в подземелье и без канализации. Надо только, чтобы меня арестовали. Да, скорее всего, ты окажешься в одной камере с Филиппой. Но ты забыл об одной мелочи. У тебя отберут оружие и закуют в кандалы. Я справлюсь. На походы по туннелям уйдет слишком много времени. Ладно, идем. Я попробую пробраться к Филиппе, а ты, может, найдешь ее дом? Точно. В прошлый раз из ее барахла мы узнали много интересного. Вафаэль Гвинблейд.